Budim citat, un altro regalo di zia Albina, una stranizia di questi per ti sattadin. Altro, drugoi, e fa italiano, che ho cinciasti sposi e saccato, che vedete un plane, che vedete smisli. Yesho adin. Yesli via abbracciati in mani e vitali, na primiera vare, Cardaccio va gavarit ofizzanto. Cameriere, un'altra birra? Mi snaci sto e tapiva i muni in ravizza e coce zaminit pivo. Snaci za casi che sciò no. Beh, per lo stesso, gli sciò adin padarok at tioti albi. Nastia, vogliamo cominciare a leggere? Vogliamo cominciare a leggere? Zastavio. Un giorno la zia Albina, mentre camminava per il centro, vede un negozietto interessante e decide di entrare. Sì. Dentro, fra le altre cose, vede un soprammobile. Sì. Un gnomo di tracotta, tutto sì. colorato, uh-huh. che regge un orologio tra le mani. Sì. La commessa dice che l'orologio suona le ore sì. con una lunga musichetta. Ciao. Annajdi. Annajdi, тётя Альбина, пока шла в центр, sì. увидела. Но это настоящее время. Пока гуляет по центру, пока видит. Небольшой магазинчик, да? Sì. И решает зайти. Там, среди других вещей, она видит сверх вещи. Ну, сопромобили. Знаешь, что это такое сопромобили? Это безделушка. Которая обычно находится на мебели. А, вот почему сопра и мобили, это как мебель. Да. Угу. Сверхмебель. А, безделушку. Гнома. Терракотовый. Си, си. Это статуэтка, не самого живого гнома. Статуэтку гнома, бесцветной. Си. Который реджет. Реджере come tenere. Держит в руках часы. Часы. Бе. Продавщица говорит, что часы будильник. Бьет. Что? Бьет. Отбивает. Отбивает. Каждый час. Си, си. С одной длинной мелодией. Си, браво. Окей. Andiamo avanti, Юлия. La zia Albina trova che il soprammobile è un oggetto molto grazioso e pensa, a chi posso regalarlo? Forse a mio nipote Mario. Le sembra un'ottima idea, dice alla commessa di incartarlo, paga e va subito a casa di Mario. Тетя Альбина находит, что эта безделушка... Предмет? Предмет... Очень... Sì. Думает, sì. Кому я могу его подарить? Бе. Возможно, моему племяннику Марио. Sì. Это ей кажется отличной идеей. Sì. Она говорит продавщице завернуть его. Sì. Платит и идет прямо домой к Марио. Бе, обратите внимание. Юлия сразу поняла глагол. Новый глагол. Инкартаре. Карта это бумага, да? Ин это в... Упаковать. Упаковать, обвернуть в бумагу. Так надо вести себя, когда вы не встречаете впервые новые слова. Не всегда получается, но иногда сами слова... Конечно, но надо стараться. Бегала, когда это Марио. Окей, Наталья. In casa, quando la zia Albina arriva con il suo regalo. Sì. Ci sono Mario e sua madre. Ci sono Mario e sua madre, sì. Appena la zia se ne va, Mario dice alla madre, presto buttiamo via questo milione. Sì.
ma la mamma ha un'idea migliore. Sì. Domani devo andare dal mio medico. Sì. Lo regalerò. Sì. A lui. Sì. Prendi la carta da regalo. Sì, спасибо. Sì. Когда тетя Альбина пришла приходит. Это все в настоящем времени. Своим подарком. Sì. No, находится. Да, там находится. А, там находится Марио и его мама. Sì. Как только тетя ушла, Марио сказал маме. В настоящее время говорит маме. Давай побыстрее. Sì. Beh, значит, это страшная статуэтка. Ну, мама, идея получше. Sì. Есть. А завтра я должна пойти к врачу. Sì. Я ему его подарю. Sì. Ты возьмешь... No, это повредительная клиника. Возьми. А, возьми... Это подарочные бумаги? Да, именно. Потому что... Раскрыли пакет, а сейчас надо, требуется опаковать опять, но предыдущая бумага уже испорчена. Sì, prendi la carta da regalo perché lo voglio incartare. No, allora, здесь поскольку уже есть приставка, ставить еще одну приставку, реинкартare, не очень, Incartare снова будет di nuovo. Слово сочетание функционарича. Есть самое наречие, но это длиннее, как обычно. Nuovamente. Снова. Опять. Заново. Un'altra volta еще можно сказать по-русски. Еще один раз. Bene. Ok. Irina. Il giorno dopo la mamma va all'ambulatorio, dopo la visita tira fuori il pacchetto sì. E lo dà al dottore. Sì. Il dottore all'inizio cerca di rifiutare, poi capisce sì. Che non c'è niente da fare, prende il regalo e ringrazia la sua paziente. Sì. La sera, quando torna a casa, fa vedere il soprammobile alla moglie. Sì. Lei dice, diamolo alla nostra donna di servizio. Sì. Poverina, è così brava e noi non le regaliamo mai niente. Chissà come sarà contenta. Beh. На следующий день sì. Мама идет в поликлинику. No, l'ambulatorio è per me. К доктору. Sì, это медицинский кабинет. Медицинский кабинет. Sì. После визита... Sì, здесь имеется в виду после осмотра. La visita medica это осмотр. Ага. После осмотра тира возвращается... Вытаскивает. Тирать фуори это вытаскивать. Все вместе. Вытаскивает. Вытаскивает пакет. Sì. И отдает его доктору. Sì. Доктор сначала находит. Но не находит. Старается. Старается отказаться. Отказаться, да? Отказаться, потом понимает, что ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, но очень нет. Но очень нет, это фары, все вместе. Но очень нет, это фары, это устойчивое выражение. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, берет подарок sì. И благодарит пациентку. Sì. Вечером, когда возвращается домой, показывает безделушку жене. Sì. Она говорит. Сейчас. Отдадим его. Это повелительное наклонение. Дьямо. И плюс местоимение, которое сливается его. Отдадим его наш
нашей домработницы. Да, домработницы, бедная. Си? Бедняжка, да. Она такая хорошая. Она такая хорошая, и мы никогда ее не... Но мы ее, ей... А, никогда ей ничего не дарим. Bene. Chissà come sarà contenta. Она... Так, chissà как будет довольна. Представь себе, что ли? Си, да, дословно. Кто знает, что представь. А? Представь, как будет довольна. 100% довольна. Bene. Настя. Madonna di servizio, ovviamente non è contenta. Sì. Ma comunque ringrazia. Ringrazia. Ringrazia la padrona e prende il regalo. 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 Oh, Nastia, regalo, regalo, regalo. Ты не любишь подарки, а? Надо просто неприличное русское слово вспоминать, аналогичное, запомнить уже. Для регала. Любая ассоциация допустимая, если добивается до цели. Arrivata a casa, decide di nascondere il soprammobile nell'armadio. Sì. Dopo un paio di mesi, una sera, riceve una telefonata. Sì. È sua cugina che le dice, domani è il mio compleanno, ti aspettiamo alle 8. La donna pensa, e adesso cosa le regalo? Sì. È un bel problema. Poi si ricorda dello gnomo. Ciao. Служанка. Mm-hmm. А че вина? Но, но очень убери. Не счастлив, не довольна. Не довольна. Но все-таки. Все-таки благодарит свою хозяйку и берет подарок. Бе. Приходит домой, решает поставить безделушку на шкаф. Но не поставить. А, убрать. Спрятать. Спрятать безделушку в шкаф. Через несколько месяцев как-то вечером получает телефонный звонок. Си. Ее сестра. Двоюродная сестра, которая ей говорит, завтра мой день рождения, мы ждем тебя к 8. Си. И женщина думает, и что же подарить? Си. Это довольно-таки проблематично. Си, 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 правильно. А потом она вспоминает о гноме. Си. Видишь, что рано или поздно пригодится. Приходящий красный гном. Бей. Я уверен, ragazzi, sono sicuro che una storia così l'abbiamo vissuta tutti, che ci hanno regalato una schifezza, мерзость, ci hanno regalato una schifezza, che facciamo? E poi abbiamo trovato a chi regalarla. A me è successo, non so a voi, a me è successo più di una volta. La cugina della donna di servizio fa la sarta, sì. Ha molti clienti affezionati con cui da molti anni si scambia ricette e regali. Quando sì. Vede lo gnomo dice fra sé, sì. Per fortuna fra poco è Natale, sì. E pensa anche questo è proprio il regalo adatto per la signora Albina. Bene. Allora, la sarta è la parnica. Ah, parnica. Работает parnica. Parnica. Bene. У нее много... По-русски affezionati здесь переводится как... Постоянные? Постоянных клиентов. По-итальянски это не постоянные, а это привязанных. С которыми она много лет обменивается... Рецептами. И подарками. Bene. Когда она видит гнома, она... Думает... Но. Она знает. Но. Говорит себе. Говорит себе. К счастью, скоро Рождество. Bene. И еще она думает, это подходящий подарок для сеньора Альбины. Bene. А дату это я не знаю. Именно подходящий. Пропи это собственно. Это собственно подходящий. А дату это подходящий. А может быть клиенты аффекционате? Почему там не ошибка? Потому что... Клиенте это оно из тех существительных, оканчивающихся в единственном числе на «э». Поэтому не меняется пароль.
ameniaitsa pacislu. La lacli. No, invece non sono comune. Perché la cliente. Il cliente, la cliente. I clienti, le ameniaitsa paci parodo, tocca pacislu. То есть партнихи получают клиенты женского пола? Но. Или а почему официально те? А здесь да, партниха, да, да, это что-то, ну, да. Скорее всего, это клиентки. Да, все. Да. Девушки. Мужские партнеры, они отдельные. У них есть партнеры, скорее да. всего. Просто говорится про клиенток, да, правильно. Здесь это клиенты? Да. Да. Окей, Наталья, пожалуйста. Узи, а Наталья, Ладзия. Дзия. La zia Albina riceve dalla sua sarta un bellissimo regalo. Sì. Un agnone di terracotta con un orologio che suona le ore. Sì. Tutta contenta la zia mette il soprammobile in salotto. Salotto e pensa, ma come carina la sarta, ha proprio indovinato il mio giusto. Gusto. Gusto. Beh, prima. E da Рождество тетя Альбина получает от своей партнихи прекрасный подарок. Beh. Трахотового гнома с часами, которые бьют каждый час. Да. Каждый час. Она очень довольна. Sì. Тетя ставит sì. его в гостиной. В гостиной. И думает. И думает. Но как же... Какая же милая. Милая партниха. Sì. Я на самом деле хотела... No. Indovinare ta dagadazza. Как она угодила моему. Угодила дагадацу, угадат, угадила. Угодила мой вкус. Бе. Прямо, да? Прямо. Proprio значит прямо, собственно, действительно, на самом деле. В точности, как хотите. Хорошо. А теперь Ирина. Перестроим приложение, совершаем один шаг назад во времени. Поэтому, еще раз, когда у нас есть настоящее время становится либо имперфекто, если это действие, которое повторялось по привычке, либо если это описание, либо если это действие, которое долго длилось и было перебито другим действием. Imperfetto остается в imperfetto, ближайшее прошедшее время становится ближайшим препрошедшим временем, инфинитив не меняется, и еще прямая речь не меняется. Бе, пожалуйста, Ирина. Un giorno la zia Albina, mentre camminava per il centro, ha visto un negozietto interessante e Ha deciso sì. di entrare. Beh. Dentro, fra le altre cose, ha visto sì. un soprammobile, un agnomo di terracotta, tutto colorato, che è... La volete reggere, Da reggere. Che è... No, mi appisiva in statuetto. Che reggeva sì. un orologio fra le mani. Sì. La commessa ha detto sì. che l'orologio appiccina, suonava le ore. Con una lunga musichetta. Bene, Настя. Видите, что? Уже привык. Нет. La zia Albina ha trovato sì. che il soprammobile è un oggetto. Это настоящее время. Era sì. un oggetto molto prezioso. Sì. E pensava. Ma, не думала, подумала.
Bene, prima про мою речь про простим. Ей казалось. Lei sembrava. Sì. Un'ottima idea. Sì. Ha detto sì. Alla commessa di incartarlo. Sì. Заплатила? Pagato. E spamagati ne ora neanche. A ogni stato sono. Io faccio sti shot di bianda. Ha pagato. Sì. E è andato. Ed è andato subito a casa di Mario. Bene. Ok. Giulia, per giusta. In casa quando la zia Albina ha arrivato. La Gold Virginia. È arrivata. Sì. Con il suo regalo. Ci erano Mario. A prossimo Lizio. C'erano. Bene. Mario e sua madre. Sì. Appena la zia se ne è andata. A prossimo Lizio. Se ne è poi tu se ne. Se ne ira. No. Andata. Se n'è andata. Se n'è andata. O Telesia. Se n'è andata. Mario ha detto alla madre. Presto buttiamo via questo nome. Ma la mamma aveva. Vasnikla sraso il magnavinna. Ha avuto. Bene. Con idee migliori. Bene. No, adesso sta prima di. Ok. Il giorno dopo la mamma è andata. Sì. Sì, sì. È andata all'ambulatorio. Dopo la visita. Visita, Visita. Vita Scila. Sì. Ha tirato fuori il pacchetto. Sì. E lo ha dato. Abrazo Melisio. E lo ha dato. No, minuscolo. Lo ha dato. Nieto Biraizza, eto Biraizza. L'ha dato. Sì. Il dottore. Al dottore. Al dottore. Sì. Il dottore all'inizio sì. Ha cercato sì. Di rifiutare. Bene. Poi. Pognal. Pognal. Capivo. No, ipa animale. Pognal. Capisce. Il risultato. Capisce. Capisce, tappa di mai. Lì già ci prasce scevrenia. E ha capito. Ha capito, sì. Che non c'era sì. Niente da fare. Bene. Ha preso il regalo. Sì. E ringrazia. No, ringrazia della stessa scevrenia. I Pabla Gadaril. Ha ringraziato. Sì. La sua paziente. Bene. La sera quando è tornata. Dottor disse. È tornato a casa. Sì. A casal. Fatto. Sì. Vedere il soprammobile alla moglie. Sì. Paslini Gagol? Lei ha detto. E lei ha detto. Dasce per me la decicatore di Megnaizza. Bene, Irina. La donna там еще, кстати, есть кусок. А, или это все. No, это все la, donna, la donna di servizio, ovviamente, non era contenta. Giusto. Ma comunque ha ringraziato la padrona e ha preso. Bene, preso. Il regalo. Так. Arrivata здесь, знаете, это отдельное использование
отдельное употребление, употребление причастия. Остается так. Это значит прибыв именно. Прибыв. Аривада Аказа, Адичизо, Дина Скондере, Иль Супрамобиле, Нель Армадио. Dopo un paio di mesi, una sera, ha ricevuto una telefonata. Sì. Era sì. Sua cugina che... Ehi, scasala. Lea. Elisa Nia Brazuica stessa. Lea ha detto... И, соответственно, не это, или все равно это. Нет. Потому что «ле» — это местоимение дательного падежа, не винительного, поэтому оно не согласуется. «Ле адетто». Па-па-па-па-па-па-па. И женщина подумала. «Ла донна а пенсо». Нет. Правильно причастие. «Пенсо». «Пенсо» — это настоящее время, я думаю. Здесь причастие. Глагола «пенсо». Pensato? Ha pensato, sì. La donna ha pensato. Sì. Poi spomnila. Poi, tac, sì. Сейчас. Sì. То есть, ей вспомнилось. Да. Poi... Тут Элизия? No. Элизия не Элизия. Ma, можно ставить Элизию, но образовать Элизию, но не обязательно. Sì, 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 è ricordata. Bene. Dello gnomo. Bene. Allora, смотрите. Здесь не обязательно надо образовать Лизу. Кто-то ведет себя так. Se ricordata. Можно, eh? Se ricordata. Если не хотите, пожалуйста. Si è ricordata. Нет никакой обязанности здесь. Я, да? Sì. La cugina della donna di servizio faceva la sarta. Giusto. Aveva molte clienti affezionate con cui da molti anni si scambiava ricette e regali. Bene. Quando ha visto l'ognomo, sì. Ha detto fra sé. Beh, e so. Ha pensato anche. Bene, brava. Giulia? Così a Natale la zia Albina ha ricevuto dalla sua sarta un bellissimo regalo. Sì. Un ognomo di terracotta con un orologio che suonava le ore. Mm-hmm. Ma tutta contenta la zia... Pastabile. Ha messo sì. Il soprannobile in salotto e ha pensato. Beh, ok. Allora, doma, девушки, сделайте. Упражнение B, на странице 252, где надо отвечать на вопросы по тексту. О, первый вопрос, che tipo è la zia Albina? Tipo здесь, come dire, che persona, eh? Какой человек, такая тетя Albina, описать ее. Ma fisicamente a niente mini, cioè non ne sa, non ne много знаем о её характере. Beh. Ещё на странице 254. Сделайте упражнение E. Где надо заполнить приложение пропущенными предлогами, простыми либо сложными. А теперь продолжим с вопросами. Ирина, это вопрос пункт G. Сейчас я задам тебе все эти вопросы. А ты как можно искренне старайся отвечать. Бен, Ирина, preferisci fare i regali o riceverli? Отвечай, используя местоимение. Их. А, их. Да, подарки. Ага. Лио.
No, no, no. Нет. Предпочитаю. Их. А, все, я поняла. Преферисько. Sí. Али... No. Дальше будет инфинитив, потому что ты проспегала первый глагол. Значит, поскольку ты будешь использовать инфинитив... Я хотела сказать, что мне все равно. А, тебе все равно. Да. Тогда даже не надо использовать местоимение. Что, получается, что мне все равно дарить подарки или не дарить их. Вот, дарить их или получать Хорошо. Их. Хорошо, сначала посмотрим, как сказать «мне все равно». Per me fa lo stesso, è lo stesso, è la stessa cosa. Tre varianti. Per me fa lo stesso, per me lo stesso, per me la stessa cosa. Получить их или... Ке. Но, ке. Нет. И не ди. Ничего ли. Не надо сказать. То есть получается ли... Но, инфинитив, и потом местоимение скрывается с инфинитивом. Фаре... Их. А, фаре ли. Фарли. А, фарли. Или... Ричеверли. Ли. Ричеверли. А, их. Кого что? Да, и все. Ricevere. Per me fa lo stesso. Farli o riceverli? Riceverli, значит, per me fa lo stesso. Farli o riceverli. Верно. Beh. Irina, su SOTB, Che tipo di regali preferisci ricevere? Какой вид подарков предпочитаешь получать? Не знаю, ювелирные изделия, туфли, шубы, не знаю. Преферисько... Кастрюли. Дивричево. No. Модальный, преферире тоже модальный глагол, не требуется. Преферисько ричевере... Си. А, и Либри. И Либри. Вабе. Как сказать, per cucinare. А, Либри. Ma per cucinare non c'è. Allora, i libri di culinaria. Di culinaria. Di gastronomia. Di gastronomia. Самый простой способ di cucina. Di cucina. I libri di cucina. Vabbè, ok. Dalce, che tipo di regali preferisci fare? Например, я предпочитаю получить деньги и дарить конфеты. Преферишко. Равномерно, да? Фаре. No. А, фаре используется, потому что, чтобы не повторить звук от существительного регало. Но если мы не ставим регало, можем использовать глагол регаларе. Преферишко регаларе и сольди. Beh, таким образом не надо умудриться, что... Все. Beh, кстати, как умудриться? Один из способов, чтобы сказать ум, это ingegno. И поэтому умудриться это ingegnarsi. Se regali soldi non bisogna ingegnarsi a inventare, a trovare un regalo, il regalo giusto. Ci pensa la persona, pensa quella persona lì. Va bene. O, anche se giusto, le sorprese. O le? Le sorprese. Sorprese. Le sorprese. Beh, ok.
Еще вопрос. Quali sono secondo te i regali inutili? Какие, по твоему мнению, бесполезные подарки? Например, гномы, таракотовые. Секунду, мы... А тут надо вот повторять, как бы, вот эти вот регалии или нет? Регалии можно пропускать, но надо ставить глагол и прилагательные. Они бесполезны, это... Sono inutili, secondo me sono inutili. Secondo me sono inutili gli nomi colorati. Colorati, non solo di terracotta, non solo di terracotta, di tutte queste terracotte, sì. Anche quelli da giardino, da sì. Di assada, sì. Soprattutto quelli da giardino, sì. Beh, ok, Irina, che cosa fai se ricevi un regalo che non ti piace? Niente. Non fai niente? Sì. Beh, rimani ferma. Хорошо. Non двигайся. Как его сказать-то? Я забыла. Сказать вчера это дире. Может, я забыла. А дире, правильно. Дире. Дирро? Дирро? Дирро. Дирро... Grazie. Sì. Mille. Grazie mille. E poi? E poi? E poi lo metterò. Lo metterò lontano. Lontano, sì. Cioè, prendi la macchina, fai 100 km, lo metti in mezzo alla strada e poi scappi. Sì. Ok. Va bene. Irina. Quali sono, secondo te, i regali che tutti ricevono volentieri? Secondo me... Sì? Tutti ricevono volentieri... подарочная карта. И бони сконти. Bene. Bene. И бони сконти. Perché? Sì. Possono decidere. Sì. Che cosa comprare. Bene, giusto. Passerei nei vapros. Quale regalo vorresti ricevere in questo momento? In questo momento sì. Vorrei ricevere sì. Un buono sconto per... per frequentare sì. La palestra? La palestra. La piscina e la palestra. Sì. Va bene, ok. Nastia. Sì. Preferisci fare i regali o riceverli? Preferisco riceverli. Beh. Che tipo di regali preferisci ricevere? Mi piace ricevere gioielleria. Sì, oggetti di gioielleria. Oggetti di gioielleria. Davai, tac. Gioielli, what? Gioielli. Beh. Profumi. I profumi. Sì, allora, si sta libani, ubirash, libastavish, vis di articolo. I gioielli, i profumi. I gioielli, i profumi.
tutte le cose care. Vabbè. Che tipo di regali preferisci fare? Preferisco... No. Padarit, darit. Fare sposo in sto bini paftarit zvuk suscitna regalo. Pete un ivasmosna regalare un regalo per italianski. Fare un regalo. Non cada i sini sposo suscitna padarok i sposo la gol regalare. Preferisco regalare. Preferisco regalare. Sì. Se? Qualcosa. Sì. Se? Di poco costoso? No, no, no. Voglio dire che... Как сказать, что это зависит от того, кому дарю. Эй, что это, да? Алло. Алло. Но, mi piace chiedere... Sì? Prima chiedere la persona. Alla persona. Alla persona. E poi... Scegliere un regalo. Il regalo per questa persona, va bene. Zavisi tot dipende da. Da. Ot. Dipende dalla persona a cui voglio regalare. Voglio fare il regalo. Если обстоятельства, то тоже да, да? Зависит от обстоятельств. От да, кого-то, от чего-то, неважно. Bene, Настя. Secondo te, quali sono i regali inutili? I regali inutili sono i soldi. Inutili? Ma perché... I soldi non sono i regali. Non sono dei regali, va bene, ho capito. Che cosa fai se ricevi un regalo che non ti piace, tipo lo gnomo di terracotta che regge l'orologio? Certo, direi grazie. Sì. Ma dopo... Sì. Buttarlo? Lo butterei. Beh, via, come sta? Buttare da. Buttare la pasta brossi, brassata. Vibrassi a buttare via. Bene. E poi lo butterei via, va bene. Quali sono secondo te i regali che tutti ricevono volentieri? Il cibo. Allora. Не надо сказать так, потому что чибо это еще корм, не поэтому чибо. А в аэропорту все равно пишут чибо. Ма си, ма это, знаешь, это халонна, это официально. I generi alimentari, либо i prodotti alimentari, либо le specialità, вот, le specialità gastronomiche. Это все. Le specialità gastronomiche. Beh, cibo. Bene, quale regalo vorresti ricevere in questo momento? Un viaggio... Sclagolan Pajasta. Sclagolan Pajasta. Vorrei ricevere un viaggio alla montagna. In montagna. In montagna. Va bene. Sull'Everest? Forse sì. Va bene. Giulia, preferisci fare i regali o riceverli? Mi piace ricevere i regali. Sì. E anche farli. Bene. Che tipo di regali preferisci ricevere? Preferisco ricevere quasi tutto che... Tutto quello che? Tutto quello che implica. Sì. Ma più. Di più? Ma di più preferisco i profumi. Sì. I gioielli. I
biglietti ai concerti differenti, sì. O a differenti concerti, a sì. Differenti concerti, sì. A, o ad altre manifestazioni. Yes. Ah, lui è strano. Biglietti. Ai biglietti per andare, ah, per andare in altri paesi. Beh. Oh, io da stato c'è. Dai, io tutto uno. Vabbè. Allora, che tipo di regali preferisci fare? Dipende. Ninada, dipende, ah, dipende da... Dalla persona. Dalla persona. E ogni volta quando torno di viaggio... Da un viaggio all'estero. Sì. Dario, porto? Sì. Porto i regali per la famiglia? Sì. Per gli amici? Ah, sì. Gli amici? Sì. Per i colleghi? Sì. Qualcosa interessante? Di interessante? Interessante. Come i dolci del paese. Del posto. Del posto? Misni. Ah, del posto o qualcosa di tipico. Tipicino. Sì. Beh, qualcosa di tipico. Va bene. Secondo te quali sono i regali inutili? I regali inutili secondo me sono... I soprammobili. I soprammobili, e souvenir. I souvenir. Ma dipende poi, perché ci sono soprammobili belli, però è una questione di gusti, magari a una, come la zia Albina, a me una cosa piace, a te no. Queste cose soltanto stanno in casa e... E raccolgono la polvere. Sì. Vabbè. E non mi piacciono. Non ti piacciono. Oh, senti. Cosa fai se ricevi un regalo che non ti piace? Certo. Ringrazio, sì? La persona. Certo. Ma dopo, sì? Preferisco non usare questa. Il regalo. Sì, va bene. Quali sono secondo te i regali che tutti ricevono volentieri? Secondo me quasi tutti... quasi a tutti piacciono ricevere... Piace ricevere i dolci. Sì. I soldi? Sì. I viaggi. Quale regalo vorresti ricevere in questo momento? In questo momento vorrei ricevere un appartamento. Madonna! E un viaggio al mare. Sì. Perché 10 giorni... Al mare? 10 giorni? 10 giorni al mare non era abbastanza. Non sono abbastanza. Non sono abbastanza. Capisco. Va bene.